Всем привет, друзья, на канале Масалим. В работе у нас Chevrolet Trailblazer. Делаем жидкие подкрылки. Как видите, задняя арка уже обработана. Такой вот у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 мм. Сейчас ждем, пока это немного все подсохнет, и будем собирать. Вот. Ну, а также предложили владельцу данного автомобиля, скажем так, для максимального снижения шума, проклеить штатные подкрылки таким вот шумопоглощающим материалом. Называется он BlockShot, толщина его 6 мм. Вкратце покажу, как работают данные подкрылки на примере колокольчиков. Видите, справа от меня колокольчик обработан, слева голый. Сами можете услышать разницу. Так работает данный полимер на арках автомобиля. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока.